Пирамиды – самый северный шахтерский поселок в мире. Названа в честь господствующей над ним горы. Но не только этому чуду приезжаем сюда поделиться. На пирамиде 25 февраля. Один из любимых полярных. Разведчики. Ключ без права передачи. Другие советская киноклассика. Но если вот представить фильм, один фильм, это две вот таких вот коробки. То есть называется ЯУФ, ящик упаковки фильма материалов. Так вот, для того, чтобы привести фильм, вот нужно два таких ЯУФа по примерно 10 вот таких частей, 10 коробок внутри хранится. А большие фильмы типа «Соляриса» Андрея Тарковского, там, или «Они сражались за Родину», это 3 таких ЯУФа, то есть 17 частей. То есть вот такие объемы хранения. Но это очень здорово, что все это сохранилось здесь, потому что на материке в многих местах уже это все уничтожено. Такие фильмы базы, в том числе у нас в Новосибирске. А здесь очень здорово, что все сохранилось, и тем более, что хорошо, что температура для хранения пленок на Шпицбергене, она как раз идеальна. День советского кино, конечно, отметить здесь, это весьма символично, то есть, поскольку столько советских фильмов, они здесь хранятся, мы можем их увидеть в оригиналах, и на празднике будет у нас сегодня показаны, ну, несколько картин. Вот тут он хранится, у нас «Человек с бульвара Капуцинов», снимем его с помощью Тельфера, с помощью подъемника и понесем на просмотр. Тяжелая это. Ну, пока еще скажем, да, будем отмечать в этом году этот праздник, 25-го день шахтеров, что тоже будет отмечаться на Шпицбергене, это особая дата, но у нас 27 августа будет столетие кино, хотя с датой достаточно интересно. У нас получается, что вообще российское кино, фильм, произведенный в России, считается времена процветания пирамиды и Баренцбурга, как вы видите, в лучшие золотые годы. Именно кинохроника, это удивительное свойство, она позволяет, как машина времени, вернуться назад, пережить это время, и ну, больше, наверное, ничто не может это себе, так сказать, больше ничто не может нам дать такую возможность. И в этом ее ценность, кинохроники и документального кино. Мы можем развернуть то время, мы можем его посмотреть, сравнить с нынешним временем, переосмыслить и многое понять для себя. Праздник должен быть. Потому что советское кино, оно действительно это было мировое явление. То есть оказавшее влияние на вообще на кинематограф всего мира. То есть, американцы, те же, они преклоняются, говорят, Голливуд
весь Голливуд, Америка, США, все вышло кино из российского, из советского кино. То есть из фильмов Эйзенштейна, из фильмов Кулешова и монтаж. И мы как бы ощущаем себя сопричастными этому. Тем людям, которые снимали кино, тем людям, которые смотрели его здесь, в той же пирамиде. И, ну, это... которые, честно, дали все вот это, вот эту страну, и это не только страну, это все сюда привезли, понимаете, часть страны. А в итоге задумываемся, а что сделали мы, да, то есть такой вклад мы, то есть, находим, какое наше место. И это все нам дает вот это кино.